тут картошку садим у девушки. А это чмо? Что-то приглядывает. Алексей, чего он к нему приглядывает? Ну, бля, красивочка. Красивочка. Вот шахтер, это символ Донецка. У нас была справа главная. Мы были на примыкании. Что-то он потом быстро ушел. Военная техника. Вот это бывшее Донецк-Сити, бывшее владение Ахметова. Там внизу супермаркет, потом пошли дорогие магазины, вверху кинотеатр. Скажи, вот это Донецк-Сити. Алексей, скажи, у тебя вайбер есть? Нет, у жены есть. А у тебя, ладно, скайп понятно. Кроме свадьбы ничего у меня нет. Ты думаешь, случайно? Ну, надо и подумать. Что это? Победы уже висит. Мы готовимся к 9 мая. Где мы? Москва еще не готова, а мы уже готовы. Да? Да? Ты знаешь, что мы привезли вам плакаты сделать? Да, Зай. Мы со мной трое. Мы уже едем по Артема. Ага. А можно погромче, пока цена не дозвонит? Да. Хорошая песня. Спасибо, блин. Молодежи и юность. Слева находится музей Донецкого края. Справа. Слева. Слева. Мы едем направо. Мы едем
хотим передать тарелку, которая случайно приземлилась. Вот это звезда Донецка. Сюда один снаряд попал, вот сюда, в ближайшую крышу. Попал снаряд, обрушилась кровля. Ребенок внизу гулял, случайно не зацепило. Несколько сотен килограмм кровли упало прямо перед ребенком. Это есть на видео в Ютубе. Ребенок бежал, упал, и перед ним кровля обрушилась. Отец остался по ту сторону кровли. Уцелели оба. Я дома. Слева впереди гостиница «Виктория». Тоже звездатая. Тоже с теннисными кортами, тоже со своим парком. Тоже принадлежит или принадлежала бывшему олигарху из Киева. Сам он из Донецка. Это его дочка. Ее зовут, забыл как. Звездатая. В общем, она сначала перла на Москву, пела в Киеве. Потом, когда все стало хреново, она переехала в Москву и сейчас поет там. Папа финансирует ее. В общем, быстро меняются мнения у людей. Где деньги, там и мнение. А мы и мнение, брат. Мы тебя любим. А мы тебя любим и не меняем. Люди меняются. Шахта имени Калинина. Потише. Была славная шахта. Славная шахта. Сейчас она закрыта. Ее только поддерживают, чтобы не затопило. Имени Калинина. Опусти войска. Опусти. Там оброшенные, да? Они свежевыстроены перед войной. Готовились к продаже. Так они и не продались. Хозяин свалил. И так они и стоят. Ждут своего переоформления. Механосборочные цеха тоже ждут своей работы. Стороны. В 14 году близко, вот правильно. Потом поговорим. А то ты говоришь, может, он меня как ты скажешь, вот с той стороны. А в прошлый раз этого не было. Город, потише. А ну тебе надо было. Я снимаю.
мясокомбинат. Знаменитый мясокомбинат, ныне действующий, по возможности работает. Сейчас этот район называется Макаронка, как и раньше. Макаронка, потому что справа дальше макаронная фабрика. Слева кинотеатр «Донецк». Бомба попала, он сгорел. Сейчас подъезжаем к мотелю, там где разорвался снаряд, ракета. Магазин так и не собираются восстанавливать. Почему, не знаю. Ну, там, наверное, продавцы все погибли, да? Нет, это было ночью, в 11 ночи. Там никого не было. Рядом просто проезжал Урал, груженный снарядами. Он сдетонировал, его разорвало, осталось... Ух ты, прибрали хлам. Остался только фундамент. Разорвался снаряд, и боезапас сдетонировал. От Урала остались только мелкие клочки. Но об этом нигде никто не писал. Магазин снесло. Магазины начинают восстанавливаться. Начинаются продажи, пока бэушных. Бэушных из Грузии притаскивают сюда. Кто-то говорил, с Литвы кто-то все везет что-то. Кого? С Литвы. С Литвы везут сюда. Вот. Все работает, все восстанавливается. Авария. Опа, авария. Кто-то его занесло-то? Да, на мокрой дороге. Летчик хренов.